Всем здорово, друзья! С вами снова два паренька таких. Играли в Валдай, короче. И мы продолжаем гонять в RZ. Да, всем привет, дорогие друзья. Все крайне плохо. У меня 44% жизни. Сейчас очень большая жажда. И совершенно нет ничего в инвентаре, кроме вакцины и бинтов. То есть, по сути, я ходячий человек-труп. Но у меня тоже ничего нет, кроме Крюгера, фонарика, КСУ. И все это без патронов. Поставил бинты на быстрый слот. Куда мы бежим? Прямо. Кстати, не знаю, что было в обновлении, ребят, но появилась прочность полоска справа оружия. Да. Оружие появилась прочность, да. Нормально. Так, подожди, еще раз, куда мы в Гленвуд? Мы идем в Survival Outpost, но через Гленвуд, да, и в Гленвуде мы пытаемся что-то найти. Я бы не бежал по дороге. Да не вопрос, давай просто двигаться, потому что мне реально очень мало воды, то есть я буду сейчас просто терять здоровье. А мне вот так. У меня тоже воды нет, и здоровья тоже. У меня просто полоска в ногах уже. То есть она красная, и реально, как бы, ну все уже. Миллиметр остался до того, как я начну терять здоровье. Все, бежим, ускоряемся. Да. В общем, мы никому не стали говорить в этот раз, что мы стали записывать видео, потому что мы снимем максимум одну или две серии, то есть, как бы, сами даже не знаем, скорее всего, одно. Поэтому, как бы, ну, смысл звать всех людей, собирать на одну серию. Да, потом, я тоже думаю, что. В другой раз, когда будем снимать побольше, тогда уже и объявим. Да, в такие ситуации не стоит дергать людей, особенно если они потом начнут. Ну, то есть, как бывает, да? Запостил что-нибудь, кто-нибудь через телефон увидел и забил все дела, побежал домой, там заходит в инфестейшн, а мы как раз записали. Да, мы уже выходим, как бы все. То есть, ну как бы да, поэтому и не стали, собственно. Пойдем. Все, кончилась у меня вода, братуха, быстрее беги куда-нибудь, где город. Куда город, здесь только потухший город, к которому мы бежим. Плевать, главное, что там вода была. Давай только через блокпост побежим слегка, посмотрим. У меня Поверим. Просто все, у меня как бы, ну, в ногах. Насчет воды там, на том блокпосте, я не знаю. Может быть, мы добежим до сейф-зоны, и там возьмешь водичку. Наверняка есть. И у меня есть тоже. Не знаю, но побежали через блокпост, через город все равно, в любом случае, какая разница. В сторону сейф-зоны, то там я, скорее всего, сдохну просто. Потому что замечательно. Здорово просто. Надо еще, по идее, стамину поэкономить немного, потому что, ну, сам понимаешь, сейчас перед блокпостом там забятники будут. Я пытаюсь экономить. Но у меня, собственно, осталось процентов 15. Стамины? Да. Ну, я сейчас без нее бегу, у меня где-то процентов, наверное, не знаю, может быть, 20 от силы тоже. В общем, все весело, как всегда, друзья. Да. Как всегда, выживание на грани возможности. Мне, знаешь, что написали, мне прикололо в комментарии одна из серий, причем не самая последняя. Видимо, человек недавно подключился к каналу, стал смотреть серии, вот эти, да, наши плейлист Infestation. Написал, короче, типа, как-то не спортивно, все им умирать и все терять. Я так и посмеялся, думаю, ну да, конечно. Попробуй сам, блин, спортсмен. Это трудно. Ну не, не спортивно, это на самом деле правда, потому что... Не, я согласен, просто попробуйте сами, это же реально трудно, мы же пытаемся, блин. Это сложно, да, мы первый раз играем. Ну, как какая серия уже? Начали когда играть первый раз, да, поэтому, да. Собственно, учимся вместе с вами. А вы лучше подсказывайте, что вот некоторые люди подсказывают, очень правильно делают, что всякие забираться на машины, собственно. У тебя патронов есть? Извини, что перебил. Нет. Хорошо. Ну сейчас мы вот тут, если она заметит нас, то все, то конец. Все, только капец, просто убегаем с роутера. По-моему, она заметила, потому что красный. Нет, она идет за нами, но еще не заметила. А, быстрее, быстрее уходим. Здесь заныкаемся. Капец, она идет. Куда ты идешь? Тут не пройти, блин. Там просто на баре сейчас слева, за него даже поглядывать, потому что мало ли, знаешь, тоже. Да, пару раз. Тут, по идее, можно войти, наверное, хотя не знаю. Не факт. Не, нельзя. Не, обходить надо. Да, да и здесь тебя заметил бы. Тут тоже зомбарь, смотри, стоит. Это вроде спиной стоит. Хотя. В любом случае, нехорошо. Так не скажешь. Можно ползком попробовать, но это, если вы заметите, то просто потом уже все. Тогда тут труп. Пойдем, не надо ползком, забей. Ох, у меня так текстура еще лагает из-за камеры. У меня тоже все лагает вообще. Да? Я как будто в дереве только что оказался. Так, смотри, тут еще много-много зомби. Осторожно, выходи за машину, потому что там, скорее всего, зомбачка. Тихо-тихо-тихо-тихо, обратно. Стой, видишь? Там он ходит. А он туда ушел. Ушел, да. А, идет за нами, идет, осторожно. Давай, отползай. Все, выпалил. Ну, дерьмо. Ну, чтоб тебя подкинуло. А здесь только шлема? Вода. Взял воду, убегаю. Сразу пью, ладно? Давай, отходи, пей. Выпил. Живу теперь. Я взял А12 пушку. Хорошо. Все, сваливаем.
Так может что еще будет интересно, подожди. Да нет, там ничего, там только шлемаки остались. Булетоляющие, взял. Ах, коцнули, сволочи, блин. Убили твою дивизию, ну что за бред. Лучше бы тебе воду отдал. Вот говно. Все, даже не буду ждать, выхожу, прострелогуюсь, нафиг. Окей, здорово. Я наверное, не буду супер. Брать твои вещи, потому что я очень... А хотя там вода? Нет, я выпил ее. А, ты выпил ее? Я выпил, ну, в том ты говоришь, что лучше бы тебе отдал. А оружие у тебя было? Нет. Нет, у тебя ничего не было. Все, сейчас тогда посмотрю другого персонажа, навыки, что там, сколько у него опыта. Немного не хватает ему. В общем-то, давай тогда, Джонис, к себе. Знаешь, что это? Автоматический дробовик оснащен магазином 20 патронов 12 калибра, каждый выстрел наносит серьезный урон. Здорово, положи его в этот в сейф-зону, беги тогда туда. Я бегу туда, но у меня воды в нули и... Ну, собственно... хотя бы добеги и можешь, можешь сдыхать спокойно. Спасибо большое. Потому что, ну, в принципе, все, короче, из-за моей ошибки, из-за моей жадности, то, что я решил вернуться, ты был прав, что надо было бегать. Я, в общем, себя погубил, и теперь мы с тобой всю серию будем бегать разделенно друг от друга. Кстати, Мамикс написал, Валдай и Галили, привет. Круто. Я тебя еще добавлю в группу, когда сможешь добавить, тогда добавишь, ладно, тоже. Мало ли, может, ты не умрешь. Да, давай. Хотя бы буду знать, где ты появился. О, более. Я тебе так могу сказать, где появился. Пылок все около верхней сейф-зоны, недалеко от небольшого городка. Вот я туда потом выдвинусь. Я, кстати, только твой вижу, этот самый сообщение в чате. Привет. А его сообщение не вижу, потому что позже зашел. Мамикс, если хочешь, добавь его. Это же свой. Ну давай, какой он по номеру, ты не знаешь? Вот сложно сказать. Но я сейчас посмотреть особо-то не могу. Ну я пытаюсь найти, но пока не вижу. А, вижу, вижу, почти последний. Нажал добавить. Так, ну что, тогда пошел я в город, короче. Все по новой, собственно. Все как в старые добрые. Да, давай, конечно. Мне кажется, честно говоря, самое-самое приятное лично для меня пока что, когда у нас нет еще такой команды как с подписчиками, там, не знаю, которые бегают рядом с нами и защищают нас, у нас, собственно, оружие дофига и всего остального. Вот, самое приятное остается то, когда ты нулевый, просто нулевой, когда у тебя ничего нет, но полная еда и сытость и жажда, и ты ничего не хочешь, ты не боишься ничего потерять. Вот тогда заходить в город, шариться. Для меня это самое приятное. Блин, там зомби был похожий как будто на человека, короче. Я аж даже так немного, скажем так, пожимжимил. Вот, слово подбирал. Немного так у меня сузилось, короче, некоторые органы в размерах. Потому что думал, что чел, короче, там такой начало шел, потом фигак присел. Ну нет, это простой персонаж. А мне приятно, когда заходишь на собаку, тебя люди узнают, пишут, Валдай, Гарали, привет. Это круто, по-моему. Ну, это, учитывая, что мы не сообщали никому об этом, то есть просто зашли, как бы, да. Это вообще просто мега вообще классно, я согласен. Некоторые ребята играют на 10-м сервере специально, чтобы с нами поиграть. Да, я знаю, да. Ну что, хорошо, я не против. Это, собственно, тоже совершенно не против. Так, ладно, в общем-то, блин, не знаю теперь еще как быть, потому что, ну, как бы мы с тобой в жопе. Я, скорее всего, тут не выживу, потому что город большой. Как фонарик ты включается? Хочу оружие найти, F-кой. Иногда просто некоторых как на L, я лжал на L. Да. Не помогло. Бывает такое дело. Вот этот город, Гленвуд, могли бы сделать его нормальным, человеческим. Он между двумя большими сейф-зонами и, ну, как большими, в смысле, обычными сейф-зонами между двумя. И... В нем нифига нет из-за того, что он весь разрушенный полностью. Тем временем Мамикс пишет, я к вам бегу, только я голый. Но я, в принципе, тоже голый, поэтому... Ну, беги. Будем бегать голышом вдвоем. Я ему написал привет, теперь ты можешь написать ему, что хорошо. Да я добавил его в группу, поэтому я думаю, что нормально, забей. Мне сейчас тут не до хорошо, мне на самом деле тут все очень плохо, понимаешь? Мне сейчас никак. Я в городе уже, и тут зомбариха вот кругом. Зеленый шлем М9 и виллы. Пока возьму, пока есть место. Ну, виллы-то вообще это классно, потому что я теперь могу от зомби отбиться, в случае чего. Так, я вошел в закусочную. Чтобы не с фонариком стоять. Вижу пока газировочку. Ну, хотя бы от жажды не умру. Но оружия по-прежнему у меня нету никакого. По-прежнему зомбари будут. Вечереет? Сильно вечереет. Вот, да, если есть возможность посмотреть, сколько сейчас времени. Нашел бинты и мини-снеки. Да, блин, вот как раз вот ты сейчас знаешь, как не в тему. Давай, ладно, я посмотрю. Посмотрел уже, 20.12. 20.12? 20.00, помнишь, песня была такая? Все давно ушли домой, лишь она. Да-да, есть такая песня. Хорошая песенка.
Мне очень нравится. Что-то закусочное как-то не особо. Вода, бинты и мини-снеки, и все на этом. Ну, как бы, конечно, неплохо, на безрыбе-то. Но, тем не менее. Слишком большой вес. Еще сок нашел, отлично, все. Теперь я доволен. Жалко, что без оружия. По-прежнему. Но пока, например, у меня есть медикаменты хоть какие-то, то есть одна пачечка бинтов. И как бы попить, поесть, Децл. Я нашел еще ствол бизон. Ты красавчик. Где ты там все это находишь-то? В том городе, в этом самом? В Генвуде, да. Если бы ты со мной пошел, то мы бы наварились так неплохо. Мы бы с тобой уже жили бы, да, поживали. Ну то, по крайней мере, я сыт, как бы доволен жизнью, и все у меня хорошо. Осталось только оружие найти. Короче, что вроде как подхожу к какой-то хрени на машине. По-моему, это гаечный ключ. Но, да, нормально. Гаечный ключик, хотя бы что-то. Че это такое? Че там, че там? Тут какой-то новый зомби. Он большой. Да ладно. Да. Типа толстяка в Лефодет или какой? Объясни, опиши. Нет, он просто очень большой. И какой-то он очень странный, он стучит себе в грудь, громко очень ходит. Типа большого громила в Dead Island? Ну не, похож на танка чем-то из Left 4 Dead, конечно. На танка, нифига. Но он меньше, чем танк. Но при этом он долбится в грудь себе с такими звуками, как танк прям. Офигеть. Жестоко. Реально стрёмно стало. Такие зомби новые появились. Так завали его. А что за толку-то? Я не хочу патрон тратить. Я нашел двухстволку, отлично. И биту для крикета. Двухстволки, один патрон, правда, к сожалению. Что лучше, бита для крикета или гаечный ключ? По-моему, очевидно, да? Бита, да, я так думаю. Ну что ж, в принципе, я при полном экипировке могу даже двигаться к тебе, особо даже в город не заходить, потому что у меня бита есть, у меня есть двухстволочка с одним патроном, газировка, бинты, мини-снеки, сок. Как думаешь? Думаю, можно выдвигаться ко мне. Да, я пока тут в безопасности стою, посмотрю по сторонам, куда мне двигаться к тебе. Вижу, кстати, этого Мамикс, или как там никнейм, извините, друзья, что... Мамикс или Мамикс, да. Как бы не знаю, потому что... О, слушай, нам с тобой бежать, кстати, далеко, через всю карту к тебе бежать-то. Ты в курсе? А, вот вы где. Да, ну ладно, тогда можно, я думаю, не сильно заморачиваться. Я тоже так думаю. Хорошо, пошел тогда дальше, пошарюсь тут еще, поищу, что тут еще к чему есть. Мамикс исчез из группы. Видимо, его убили. Только что прямо у меня на глазах. Ну, если он голый, то это, в принципе, нормально, потому что если даже не человек, то зомби могли его спокойно доконать. Ну да, вот меня же доконали, в принципе, в начале серии. У меня, правда, процентов было всего 44, меня два раза ударили тупо. Первый раз, как бы, я от того, что брал боль толя, еще думал, успею, не успел немного, а второй раз, как бы, не знаю, как так получилось. Видимо, догнали, сволочи. Убивать этого замака я не буду, по одной простой причине, я патроны экономлю. Так бы, я думаю, интересно было бы всем посмотреть, что он себе представляет, как он подохнет. Я, короче, очень медленно к тебе ползу, как бы, в твою сторону, но я ползу через город на корточках, то есть, в принципе, считай, что вообще стою на месте. Я еще этот город буду лутать. Ничего. Пошел снова в закусочную, потому что мало ли вдруг зареспавнилось. Это, конечно, бред, скорее всего. Даже не пойду. Побольше бы лута добавили в городах, потому что реально иногда идешь, заходишь в город только чтобы не сдохнуть от голода и жажды, и потом тебе снова бежать в другой город, чтобы снова не сдохнуть от голода и жажды. В принципе, иногда оружие даже не имеет вообще никакого смысла. Согласен. Нашел маску мясника. Не могу пока примерить, посмотреть, как она выглядит, потому что тут палево. Отлично. У меня 5 оружий и больше ничего нет совершенно. Я просто нулевый, зато с 5 разными оружиями. Тебе главное до сейф-зоны добежать, донести их, а там, в принципе, ты уже, по сути, ты сам понимаешь. Да. Я вот не уверен, но есть ли, ребят, кто знает, подскажите, в этом городе, в Гленвуде, пить, попить и поесть? Потому что я не нахожу, и я боюсь, что здесь все-таки нету. Да мне кажется, в любом городе должно быть все равно. Кроме, знаешь, там, может быть, на военных базах не будет, да? Там, может быть, только медикаменты и оружие. А так-то, по сути, мне кажется, должно быть. Нет? Ну, это сломанный город, заброшенный. Мы обычно на закусочных находим в супермаркетах, тут таких даже нет. А, ну, да. Так, я очень далеко от сейф-зоны, но я... Ты знаешь, что меня радует, что почти половина своего лута, или даже большую часть, наверное, скорее всего, я нашел вот именно на машинах в этом городе. То есть вот 3 машины. На одной была маска, на второй был гаечный ключ, на третьей была двухстволка и бита для крикета. То есть, как бы, ну, в порядке так, да? Угу. То есть, в принципе, дома тут особо роли-то не играют сейчас, по ходу дела. Может, просто добавили все-таки лута?
Потому что, ну, некуда было распихать дома, оставили машину. Черт, запалил зомби. Сваливаю. Я думаю, на машинах будут, потому что в машинах как-то не получилось у них запихать. Старая добрая скорая помощь. Залез на нее, у меня 4 зомби сразу рядом со мной. И темнеет, дым, кстати, темнеет жестко. Пятый зомби. Это нам только на руку, потому что зомби-то хуже увидеть будут. Ну, это, по крайней мере, я так думаю. Хотелось бы верить, скажем так. Хотелось бы верить. Хорошо. Зомби разобрался. Еще бегут сволочи. Но я нашел антибиотики на машине. Это хорошо. Я, в принципе, в безопасности, короче, на скорой, как обычно, занимаюсь фармингом. Притом не от того, что мне это нравится, а от того, что вынуждена ситуация. Да, жесть. Уже зомби 8, наверное, убил примерно. Еще бежит девушка. Ладно, полицию вынести. Девушка, постойте. Тыщ, битый покрытый. Девушка, не уходи, постой. Ну, просто битые крики-то. На, в голову. Просто в лоб. Мозги разлетаются по машине скорой помощи. Отлично. Разлетелись. Ну, если там что-то есть. Ну, в смысле, мозги. Ну, у девушек я не знаю, но бывает, наверное, что все равно что-то. Мамикс вылетел, так что можно пригласить. Пока никак. Ну, потом как-нибудь. Наверное, Винч заполнил. Смешно, блин. Так, давай, Мамикс, как он по номеру? Все, приглашаю. Вы же там рядом, в принципе, он, может быть, поможет. Голым? Ну, он найдет что-нибудь. Так, ну, не знаю, сейчас, наверное, в этой серии, скорее всего, я проверю, умирает ли персонаж от голода и жажды. Черт, вот, меня кацанули. Темно, не видно зомби, блин. Откуда он тут вообще нарисовался такой? Конечно, умирает, чувак. Не, что ну, может быть, если есть сытость, но нет жажды, понимаешь? Чего? Нет воды в организме. То может быть он не умирает, может быть он просто вниз ступит, кровотечение начинается, потом только умирает. Блин, тупо так кацанули меня на ровном месте. Обидно даже. Ладно. Все равно это окупилось тем, что я нашел антибиотики еще. Были утоляющие. На пожарной машине. Все это было. У меня нет выбора, я бегу просто напрямую, и по сути дела, я просто такой. Ля-ля-ля. Ни на кого не смотрю, просто бегу. Да беги, беги, что нормально, что делать-то, конечно. Тут я пробегаю небольшой городок, и если кто-то там кемперит или еще что-то, то мне хана. О, водичка в автобусе. Нифига подфартило. А туда не войти, прикинь. Я бы не забрать. Короче, автобус стоит такой, конечно, на дороге брошенный, покореженный. А, вот, все, еще за окном можно с другой стороны. Там есть можно, там можно залезть. Заполнен рюкзак у меня. Черт, надо что-то выкинуть срочно. Так, хорошо. Сейчас мы, допустим, болеталяющего. Или что лучше, антибиотики или болеталяющего? Что у нас дешевле? А, вот я, пожалуй, одену маску мясника, а каску выкину. Болеталяющий, по-моему, меньше. И гаечный ключ тоже выкину. Болеталяющее? Хорошо, захавал. Да, меньше, даже до конца не восстановило. При том, что у меня было покоцано, это процентов, наверное, 15-20, может. Ребята меняют, там что-то лут на снопу какой-то. Вообще, то, что люди меняют, это хорошо, конечно, в целом. Ну, верить только им, знаешь, не очень хорошо. Ну, вот верить, да, сложно. Может быть, только если в группу приглашать, и потом уже, ну, если вступит, то можно меняться. Да, 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 это, кстати, да, можно. О, нашел бинокль, вообще халява. Так, вроде в этом городке никого нет, хотя могу ошибаться. Вообще качественно бинокль нашел. Блин, уже могу валить, потому что все, если осталось только хороший рюкзак найти, но тут вряд ли его смогу найти. Ну, конечно, патроны бы еще или какой-нибудь еще огнестрел было бы тоже неплохо. Но в целом я очень доволен. Пока что своей вылазкой. Только стрёмно, где-то зомби воют, а не понимаю, где. Вот одну вижу бабу. А где еще, не знаю. Так, пойду я сагрею, пожалуй, наверное. Давай, дамочка, побежали со мной. Жесть. Надеюсь, что я доберусь.
камни, валуны какие-то, больше ничего не вижу, вечереет совсем. Да, уже темно, пипец как нас, я сам уже нифига не вижу. Боюсь, что в этом городке тоже не было бы попить. Какая-то заброшенная маленькая база. Может, не военная даже. Просто база. Чья-то. Я, в принципе, почти добежал, но я сейчас сдох. Не люблю я ночные серии. Не люблю я умирать. О, что это такое, подожди-ка. Инструмент для сбора я нашел, прикинь. Взять, нет? Возьми, что-то собирать, можно. Ну, добавили всякие, типа, крафты, наверное, да? Слушай, я, пожалуй, тогда побегу сейчас в сейф-зону, короче. Последнюю вещь возьму, которая там есть, и пойду нафиг в сейф-зону. Давай, грамотная идея. Потому что выложу все-таки бинокль, там еще один инструмент для сбора, всякое такое, знаешь. Что нам пригодится в итоге, да? Полезные вещи всякие, да. Давай, тварина, я тут, подходи. Мамик снова исчез. Может, в этот раз он и умер. Что раз у него вылетел, допустим. Еще одна сволочуга-зомби. Так, где сейф-зона? Я уже прям на нее смотрю, но при этом я ее не вижу. Совершенно просто. Как не знаю, сквозь землю провалилась. Бывает, бывает. Тут что-то было только что же. Какого хрена это исчезло, что ли? Ничего не понял. Я стоял за забором, там женщина стояла около машины. И на этой машине что-то было видно, подсвечено синим. Сейчас я женщину отвлек, убил. Подхожу к машине, больше синим ничего не подсвечено. Замечательно. Ладно, плевать тогда. Пофигу. Пошел тогда в сейф, мать ее, зона. Мне бежать надо, получается. А, как раз вот мимо, не мимо города, все хорошо. В принципе, наискосок, но надеюсь, что к концу серии добегу. Блин, я даже не могу сквозь камень бежать. Если не сдохну. Темно. Это огорчает. Фига такой обрез, он правда так тупо его держит как-то одной рукой, вообще повернутый в другую сторону. Очень тупо. Меня напрягает только безысходность, от которой, неизбежно идет смерть. Ну такая картинка, типа там Days, да, скриншоты написано, там, типа, ты все равно умрешь. Значит, и фон такой безысходности там эти. Деревья эти вот серые. Да. То есть там типа скриншот пацана такой, знаешь, рюкзаком самым, таким простым, типа голову без всего, и там, типа, внизу подпись, ты все равно умрешь. Да, это по-любому так и было. Но у нас-то тут в Warzone тем более, на самом деле, по-любому. В каждой серии можно по несколько раз умереть. Вот с другой стороны, да, подумаешь и не скажешь, что более аркадная. Да, так-то хардкор такой прям, ну реальный такой хардкор. Когда, особенно когда людей дофига. А как карта-то меньше, в этом и есть хардкор. Так. О, как темно. Вообще, как у негра в кармане. Я даже не вижу, где вход у сейф-зоны. Знаешь, что я бы на самом деле добавил бы? Ну, конечно, это возможно, может быть, неправильно, возможно, это как бы такой чит, типа, с одной стороны. Но мне кажется, что почему бы нет. Я добавил бы, короче, смотри, допустим, есть 4 сейф-зоны, да, по краям карты. То есть север, юг, запад, восток. Я бы сделал возможность между ними телепортироваться. То есть зашел в одну зону, можешь появиться в другой. Понимаешь? Да, кто-то скажет, что это чтня по-любому. А ты по этому поводу что сам думаешь? Я не знаю. Я думаю, что можно было телепортироваться с помощью смерти, допустим. Ну, чтобы не сразу появиться в другой сейф-зоне. Mm-hmm. Ну, чтобы это как-то компенсировало, да? Подождал там сколько, 10 минут до восстановления персонажа, потом только появился. Ну, это... Не так читерно будет. Ну да, возможно. Не могу найти вход в сейф-зону и сейчас сдохну просто около... Это печально, это будет очень глупо, на самом деле, согласен. Самое идиотское. Вообще, это будет так тупо. Но я пока бегу сквозь кусты. Прям бегу, кстати, к сожалению, на какой-то талер раньше. То есть мне не очень хочется туда заходить, но, видимо, придется, потому что он прям на моем пути. Где Валт? Все, нашел Валт. Ускоряюсь. Уже прям почти на пятках, на ногах. Блин, очень темно, конечно, вообще. Ну-ка, подожди-ка, настроечки по-быстрому, по фастику, так, яркости, опа, на максимум. И применить, и окей. Думаешь? А, нет, очень смотрится убого. Не, фу-фу-фу. Не-не-не. Обратно. Через милишки у меня есть. Латунный кастет пойдет. Хотя ладно, все, выложу. Шлем надо выложить.
Наталья раньше, блин, Наталья раньше по-любому могло, может быть, наверное, это самое. Можно найти будет рюкзак, я думаю. Но рисковать неохота, потому что лут ценный, можно потерять легко. Так, поставлю-ка я, пожалуй, бинокль себе куда-нибудь на, допустим, вот этот слот сюда поставим. Так, хорошо, все замечательно. Так, смотрим. Бинокль у нас на троечке теперь получается. Я снова попробую сесть на стул при смерти. Ты все уже сохранил, что ли? Да, я все сложил. Красавчик. Однако ж. И мне осталось только ждать. Так, а, блин, выйди, да, залогинься другим персом, что ждать-то? Пофигу. Да, а он туда не... Потом придется ждать, пока восстановится. Ну, за кадром убьешь его потом как-нибудь. Да не, я хочу проверить теорию, на самом деле. Сможет ли он без еды, но... То есть, наоборот, без воды, но с едой. А беги в мою сторону, чтобы хотя бы просто так не сидеть. Мало ли, может быть, он сможет, и Трат сможет бежать, и там воды, дам тебе воды. У меня я хочу много. Подохнуть в паре. А у меня сейчас жизни кончаются сам внизу. Если они не кончатся сейчас, у то у меня сытости на пятках там или еще? Да, да, да. Ну как на пятках? На, ну еще немножко, минутку, 2-3. Может, даже до конца серии постою. Ну это ж тупо стоять просто, понимаешь, серию-то целую. Ну я согласен. Осталось 2 минуты 3. До конца серии? Да. А, да? Блин, мне надо это самое, мне надо просто до сезона добежать, потому что у меня лут ценный. Я... Пойду посмотреть, что можно купить. Посмотри на карте, где якобы и где сезон. Я бегу просто в нее, мне нужно по-любому добежать. 903 бакса. Кстати, я мог бы купить попить себе просто. Купи попей, иди ко мне, давай. Серьезно, чего? А, не могу купить попить. Почему? Самая дешевая газировка стоит 1290. Газировка 1290. Вроде 6 штук стоит столько. Да, это прям, знаешь, как в этом самом, короче. Как его, в ночных клубах там тоже вода минеральная стоит дороже всего в некоторых. Знаешь, но почему? Мы не будем рассказывать, почему. Да, вот и главное, что ты знаешь, почему. Всякие-то вакцины появились вроде, а, или они были. Вот новые рецепты заточки, рецепт последней бритвы. Кстати, братуха, у меня же вакцина была, я ее прокакал удачно. Надо было ее забрать. Да, потому да? что мне писали в комментариях даже, что типа это самое ценное вообще, что есть. Валдай, короче, появились рецепты, которые можно купить только за джитсы. Голд, короче, типа настоящие за бабки. Голду, да. Дерьмо еще. Плохо очень. Очень плохо. Игра начинает развиваться в сторону доната. Выкачивание денег с людей, это плохо, да. В сторону доната, да. Вообще нехорошо. Во-во-во-во-во, это я удачно зашел на второй этаж к этой штуковине, потому что я нашел наган Мосина. Нет места. Да, Мосин, это вообще нормально. Нет места, я, пожалуй, попью, наверное. Где-то зомби рычит, надеюсь, что он снизу. Я тут испачкал сильно кровью стул в баре, но думаю, и не особо запариться. Мосинка. Чтобы почистить. Есть. Сука, Патриков-то в ней. Два. Мосинка, Патрики. Патрики, Патрик это звезда. Еще один инструмент для сбора нашел. Может быть, в принципе, могу взять, по идее, как скажешь. Да не, наверное, не нужен. Зачем? Что собирать-то? Может быть, инструмент для сбора ресурсов каких-то, чтобы на них что-то крафтить? Ну, так скорее сюда, так и есть. Ладно, я уже, не стал брать, короче, так что забей. Че ты? Я не стал уже его брать. Все, я надо было взять. Ты сказал, не надо. Давай вернусь, возьму, хорошо. Если ты рядом. Я стою на нем просто на место на инвентаре, мне нужно что-нибудь выкинуть, а выкидывать нечего. Могу только что-нибудь съесть или выпить, а пить не хочу. Понимаешь? А есть. Да тоже не особо, но придется скушать. А, у меня два мини-снеки. Черт. Вот этот отстой. Да ешь еще. Будет чуть выше. Нет, а лучше попью воды. Ну это, блин, тоже тупо, просто так, короче. Да ешь снеки, они. Так у меня их две, понимаешь? Они совсем чуть-чуть прибавляют. Угу. На максимум прибавил. Ты просто был не очень голоден, значит. Я вообще не был голоден и не хотел пить. Я про что тебе говорил? Что сожрать? Ну все, беги-то, забей на нее. Ладно. Да все уже взял, сожрал уже, что ты же сказал сожрать. Ты второй сожрал? Да. Сейчас тошнит. Плевать, блин. Здесь это не продумано, конечно, но тебя по-любому стошнит. Ох, все серенькое. Ох, все серенькое. Дызет прям. Братюня, все, теперь жди меня, я, короче, бегу к своей зоне, будем заканчивать серию, но мне нужно сначала добежать до нее. Тут просто дохрена зомби на самом деле ходит. Жесть. Бегут со всех сторон на меня. Их реально не просто, просто в лесу, на дороге, их просто дофига. Посмотрю в потолок. О, нет, потолок. Ну, охренеть, хватило бы стамины только, пожалуйста. Только бы хватило стамины.
Ну тот зомби большой, он просто, я до сих пор о нем думаю. Он мне снится будет в кошмарах. Здорово. Я просто слышу, как кто-то ходит. Очень прям ходит, ходит. Угу. Я такой выглядываю с развалины. И там он бьет себе в грудь и стучит по камням. Я даже не понял, что он делает вообще. Но он такой весь опасный, опасный. Сейчас возьму виллу и пойду его убивать. Давай, удачи тебе. Спорим, не убьешь. Тебе нужно, наверное, на какую-нибудь машину забраться, что-нибудь такое, чтобы ты бил по безопасности и фармить его просто в тупую. А я не думаю, что он как-то заберется. За него, наверное, опыта много дает, я думаю. Мамик спит, что такое? Не знаю, как мне с этим бороться. Напиши ему, что нужно 2 гига на диске С. Я думаю, ему убийца ответил. Убийца. Кидаете пати? Да. Это все, что можно сделать с тем, что не везет. Ну кинь пати, давай, ладно, кину, хорошо, еще раз. Где он там есть? Кидай в пати. Заодно меня скоро кинешь в пати. А где я? Не вижу его. Может, он снова его нет? Его снова. Да все, короче, ладно, давай. Мамик, извини, братуха. Ну, ты там, правда, почини что-нибудь, потом присоединяйся. Да, это очень. Короче, тяжело, я расскажу, у меня просто такая штука бывает, что на диске С очень мало места у меня осталось, потому что у меня он маленький, к сожалению, так получилось. Короче, нужно просто, чтобы было 2 гига на диске С. Не меньше 2 гигов. Да. Иначе будет выкидывать. Ну, а если кидать лучше, по другим... лучше, я думаю, чтобы не меньше 3 гигов. Так, если. Но если кидать по другим причинам, тогда, скорее всего, просто нужно этот самый, как его, поставить все на минимум, настройки, значит, у вас комп не тянет. Как-то так, наверное. Че по времени, братуха? Я сдох, ну все, уже пора заканчивать. Я сдох и оставил свою ногу на табуретке. Просто. Ребят, я скажу, почему я не пересоздавал нового персонажа, потому что мы просто, скорее всего, одну серию запишем сейчас, поэтому... Ну, может быть, начал. 2, я не знаю, но максимум 2, ну, не больше. Это точно. Ну, просто предел. Если вторую, то вы все увидите сами. А если нет, то подписывайтесь. Пока прощаюсь, я сейчас добегу до хотя бы до того места, где уже будет нарисован щит, и закончим тогда, ладно? Да, да. Я просто уже почти вот спускаюсь с горы и на шифте. Надеюсь, меня не. Ну, в общем-то, все, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Если вы случайно зашли на этот видос, поставьте ему большой палец вверх. Если вам, конечно, вам понравилось. Если не нравилось, просто уходите. Не надо дизлайк ставить. Прогоняет просто людей. Да нормальный видос был. Ставьте лайк и оставайтесь еще здесь. А мне понравилось, да. Ну что ж, и комментируйте видео. Обязательно. Подсказывайте нам что-нибудь. Что здесь можно подсказать? Все. Подскажите Мамиксу, что нужно делать. Все, короче, щит, поэтому все нормально. Ну что ж, спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч. Да, всем пока. Пока-пока. Self-destructive. Bleed to see the thing that makes it hard to breathe. Let me rush out you far away. Synthetic start to get adhesive. Yeah, yeah.